Хей, гайс, мы Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Вупа. Окей, мы где-то в глубокой пещере, непонятно где. А шлемы я забрал, все это забрал, денежка, все есть, все окей. Тоннель. Эй, прохвост, мне всегда нравилась твоя идея, но я не думаю, что мы должны идти в этот туннель. Не освещай себе путь. Я почти уверен, что магазин в саду Вума продает что-то вроде для того, если ты дашь мне немного смуртов, то я могу сделать туда и купить. Но возьми небольшой гонорар за транспортировку, конечно, Кар. Как насчет 19 смуртов? Я обещаю, что не улечу с деньгами, Кар. Нет, я справлюсь. Можешь дать? Ну, давай. Ладно, увидимся через минуту, Кар. Что за удивление у тебя на лице? Ты же не думал, что я брошу тебя, правда? Идем, Кар. А, то есть я могу сам назначать клавиши. Так, подожди. Могу ли я вернуться обратно? Если да, давайте мы вернемся само назад. И я попытаюсь в магазине посмотреть, что вообще есть. Походу, я в натуре тупанул, и я мог бы сам сбегать сейчас, как, ну, как сейчас, в принципе. И купить себе то, что там находилось. Я максимально уверен, что там было просто что-то ценненькое. Ты можешь бросить предмет на этот стол, но не меня. Я уже нашел тоннельный подзем. Тоннельный подзем. Да. Я надеюсь, что ты уже знаешь об этом. Это чайник сохранения. Это сложно, но если ты прыгнешь, то будешь жить вечно, даже если ты умрешь, в этот чайник ты переродишься, он задержит очень самый вид краски. Короче, понятно. Так, сейчас сгоняем в магазин с вами. Вижу, смысла сохраняться нету. Блин, ну я просто понимаю, что я в натуре сейчас просрал просто деньги. Так, подожди. Я попал туда. А, отсюда, да? Блин, теперь мне нужны срочно деньги. Так, скользкая херня.
Где все денежки? Для посещения магазина драгоценные камни Дрекла. Поднимайтесь наверх, я продаю самые лучшие предметы. Увидимся вся там, Дрекл. Что случилось? Купить, продать. Ты украл мой телевизор. И чё? Это не круто. Ты все сказал? Тс. Взгляни на мои товары. Фиолетовый плод. Выглядит и вкусно. Ловушка. Враги не хотят наступать на нее. Доступно для использования один раз. Часы отображают время, а что иначе? Свеча освещает. Красиво сделанные гирлянды не захотят оставить даже царапины. Блокирует 35 урона, нихера себе. Магический артефакт, никто не знает, что он делает. Похоже на дереве. Нифига он дорогой. Так он стоит 15? Блин, я за 4 взял. Этот вообще 80 стоит. Да. А ну-ка, если продать. Все правильно, я скажу вам, сколько я готов предложить, когда вы покажете свой товар. Давайте посмотрим, что у вас есть. Вас, Смутов, бросайте в сумку, если вы принимаете предложение. Я не могу это купить. Кусок с пленка. Невероятно плотный материал собирает с пленкера. Давайте, я думаю, может быть, его оставлю себе. Вдруг он пригодится. Ну, я понял, что он еще тот гад. А эти мне вообще не хотят ничего давать. Ну вот одна монетка мне выпала только и все. Куда я иду? Для чего я иду? Дом короля. Вы убили 27 из моих народов. Вы должны заплатить. Подождите. Я просто защищаю свой народ. Мы можем решить это? Иди на ущерб уже нанесен. Ох. Вы не хотите компенсировать это? Вы дадите блестящие круглые камни за каждую блайна, которого убили. Блестящий камень 30. И мы друзья. Хм. Ну, хорошо. Хорошо. Теперь бросьте блестящий камень.
Прощайте мои денежки. Хорошо сделал. Теперь мы друзья. Позже вы хотите присоединиться к экспедиции? Экспедиции? Вы хорошо воюете. Есть огромный камень под землей, который беспокоит нас. Если вы его победите, мы будем счастливы. Позже вы поможете нам сразиться с ним. Да, хорошо. Я доволен своим решением. Увидимся там. Ох. Но сначала вы должны помочь моему народу в алтаре. Найдите алтарь и помочь победить его, так, ото сна. Большую статую. Увидимся. Ну, я это уже сделал. Я пробудил большую статую ото сна. Так ведь. Так, странно, подожди, а как мне в дом зайти? Так, подождите, где я вообще нахожусь? Ладно, плевать, пойдемте далее. Но я сейчас понял, что у меня минус деньги. Все, да? Нет, 14 осталось. Ну тогда буду хавчик находить и отдавать хавчик. Ну, на продажу. Туннель. Короче, медуза что-то делает. Но что понять, пока что непонятно. Интересно, у меня свеча бесконечная? А, нет, они все-таки меня дамажат. Я просто сейчас немножко не пойму, куда мне идти. С одной стороны, я мог бы пойти поверху. С другой стороны, бы не мог. Фильм. Я просто сейчас пытаюсь вообще понять, куда мне идти. Понимаете? Потому что я вижу, что здесь довольно много куда вообще. Тупое меню. Thank you.
Да, как-то огонь слишком изменился. Да, огонь тухнет, смотрите. Меня зовут Бремко. Я могу обновлять некоторые предметы и исплю блестящую воду на них. Пройди вперед и размести предмет на столбе. Привет. Давай поболтаем. Как ты? Пока. А, кто ты? Давай поболтаем. Пообщаться было бы неплохо. О чем бы ты хотел поговорить? Блюсер и блюсовая вода об этом месте. Расскажи о чем-нибудь. Блюсер одна из четырех рас в этом мире. Как вумы, спланхеки и франкеки. Мы известны своей способностью извергать блюсовую воду. Пошлю остальные. Каждый должен искать мир в этом мире. Наш мир в саду мумов был нарушен странными существами, поэтому мы ушли. Некоторые из нас отправились на остров, но большинство блюсеров решили проводить свои дни в тематическом парке, в чудо-спленке. Наши дни это кажется довольно успешным делом. Так, блюсовая вода. Это вода, которую каждый блюсер может извергать. Мы можем выпить нормальную воду, а затем свергнуть ее в блюсовую воду. А также мы можем нападать на них, на наших врагов, или просто поливать растения очень долгое время. Круто. А я могу быть блюсером? Нет. Тем не менее, есть специальное ведро, созданное знаменитым блюсером. Блофтасом. Когда ты носишь это ведро, ты можешь тоже извергать блюсовую воду. Но она должна быть заполнена блюсовой водой. Если осталось мало блюсовой воды, то ты сможешь заполнить ее обычной водой. Конечно, пока в ведре есть блюсовая вода. Возможно, я смогу заполнить ее блюсовой водой для тебя, если ты когда-нибудь найдешь ведро. Поговорим об этом месте. Я знаю, что это за место, но оно кажется волшебным. Эти земли наполнены невероятной мудростью, но я не могу полностью получить ее еще. Я надеюсь, что останусь здесь на долгое время и приду к пониманию Вселенной. Это интересно. Да, прибудет с вам блюсовая вода. Так, осталось немного диалогов, по идее. Расскажи о чем-нибудь. Мне нравится рифмовать. Или, по крайней мере, я к этому привык. В эти дни у меня нет времени на все. А теперь я смотрю на тебя. Ты привык? Это было хорошо, это было довольно ужасно. Мне нравится. О, да. Это был первый раз в возрасте, когда я снова рифманул. Ты бы хотел еще услышать? Ну, давай. В этой странный и таинственный туннель отправился Вум. На пути осторожен должен быть Вум. Прежде чем ты отправишься в путь, усовершенствовать себя не забудь. Как насчет этого? Ты не вкладываешь никакого смысла. Круто, еще одна, пожалуйста. Слухи ходят, что мы, блюсеры, могли бы уйти, ибо этот мир не предназначен для нас. Вот почему мы могли найти место, где поверили в единственную истину. А что есть истина? Ох, простите, я не смог подобрать слово, которое рифмуется с истиной. Молодежь, зуб. Неправда? Слишком плохо.
зуб. Подожди. Истинный зуб. Верите в единственную истину. Жизнь похожая на гигантский зуб. Мне нравится. Хорошо. В любом случае, пообщаться было бы неплохо. О чем вы хотели поговорить? Ни о чем. Да, прибудет с вами блюсовая вода. Кто ты? Меня зовут Бремко. Я мог бы обновлять некоторые предметы, распыляя блюсовую воду на них. Таких размеров предметов ты столбим. Так, окей. Почему я не могу ее улучшить? Теперь этот предмет будет силой блюсовой воды. Наслаждайтесь. Ведро с аурой блюсеров дает способность атаковать водой. Пополнить воду можно стоя в любой жидкости. Прикольно. Теперь у нас с вами есть орудие, так сказать. Уничтожение. Что-то мне такое предчувствие, что мне скоро новую шляпку нужно будет покупать. Потому что с каждым получением урона у меня шапка ухудшается только. Так, снизу есть проход какой-то? Нету. Значит, мне наверх. Там. Там тоже ничего нету. Нам нужно придумать, куда пойти, но я по-любому сюда пойду. О, подожди, там наверху еще есть проход, да? Не, наверху прохода нету. Ну ладно. Рад, что все закончилось. Это место меня сильно пугает. Но в любом случае, похоже, мы почти на месте, прохвост. А все равно я должен смотреть сейчас. И так, они очень сильно пугают меня, Кар. Пойдем, мы почти в конце туннеля. А, то есть это в какой-то степени призраки были? Так, подожди, давай я сразу это под оружие сделаю. А смотрите, время идет на часах. Хех. Так, ладно, троечка. Вау, это был
странный тоннель. Странный синий человек. В любом случае, рад видеть вас здесь. Продолжаем экспедицию по борьбе с камнем. Мы присоединимся к нам. Да, ладно. Ладно, кто вы? Да? Хорошо. Ой. Все, полетели. Я могу вообще своих атаковать. Ау. Я только это заметил. Пипец. Yeah. Ой-ой-ой. Там хп осталось вообще. Да нифига. Сколько камней падает. Ой. Найс. Мы сделали это. Камень повержен. Оу. Да? Камень — это поражение. Спасибо за помощь. Ой. Стена сломалась. Вы можете пройти там? Но нам не по пути. Мы живем здесь. Мы победили камень, поэтому мы счастливы. Прощайте. А, то есть так бы я просто в соло, да, и убивал его? Ну, в принципе.
О, это хавчик. Мне хавчик дали. Да, хавчик. Очередной стрёмный туннель. Хотя, давайте на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!